Голубой мост – одно из самых романтических мест города Брянска. Находится под Турганом, он подвесной, пешеходно-велосипедного характера. Для чего он был сделан? Когда-то тут справа был центральный пляж города Брянска, люди все шли сюда купаться, и этот мост был для них. Пляж был мороженое, кафе, лодки, оборудован полностью, от него уже ничего не осталось, все в прошлом, все заросло. Вот этот мост – это воспоминание тех времен, когда Брянск был динамично развивался, и люди шли отдыхать на берег Десны в это место. Сейчас остался этот мост, слегка поржавленный. Ну, пойдем посмотрим романтику города Брянска. Ширина у него довольно узкая, только для велосипедов пешей. Машина тут проедет только одна. Хотя были раньше прорывались с той стороны, пока надолбов не было, и на машину пытались прорваться. Мост вантовой конструкции, в принципе, он может стать одним из символов Брянска, таким, как сам курган. Потому что мост довольно оригинальный, популярный. У взрослых, молодых, воспоминания хорошие идут. В живописном месте находится, видите, Десна текет. Вот он, Голубой мост. Там были большие скандалы не так давно, что вроде обещали покрасить. Сами начали жители красить, к ним тут присоединились какие-то партийные движения. В конце концов, он покрашен каким-то способом был. Действительно, голубого цвета находится. Что? Вот такой он, Голубой мост. Сверху университет находится. Многие ходят гулять сюда. А тут рощи Соловьи. Брянск отличается тем, что он четыре части имеет. Советский, бывший промышленный Бежица, Володарка – это пассажирская станция, и Фокинка – это станция грузовая. Четыре города объединились в один, зато у него есть такие поймы Десны, где такие находятся прекрасные рощи, как Соловьи, которые скапливают весь отходы, воздух некачественный, очищают. Вот такие дела здесь.